Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Merge Tactics. Так, фул. Забираем монетки, которые тут у нас накопились, 350. Этот малыш тоже нам что-то тут принес. Маленькие копеечки. Так, ну что, как ты видишь, у меня, друзья мои, есть новая постройка, да, я сделал ее. По-моему, вот это вот. Так, и хочу, что у нас тут? Хочу еще достижение какое-то у нас. Ага, план города. Поднимите общий уровень зданий до 10. Общий уровень зданий, да? Давай попробуем сейчас с тобой сделать сторожевая башня, позволяющая замечать врагов издалека. Ну, а почему бы ее нам и не сделать? Причем бесплатно. Так. Сколько у нас денег? 851 монетка. Так, а это место, где обучают солдат колдовства. Ничего себе. Солдат колдовства. Быстренько завершим. То есть мы можем сейчас, наверное, с тобой построить все построечки, которые есть. Так, военная база снабжения. Получение серебряников после волны. Плюс 10. Ну, естественно, это тоже лишним не будет, как ты понимаешь. Так, а здесь какой-то у нас медцентр, что ли, собирается. Вот тут вот, что такое? Ой, подожди. Эх, нажал на поединок. Рыцари ветра, мы сейчас с тобой именно с ними воюем. Так, а это что еще такое? Принять. Получена награда, это у нас бард. 7 штучек, плюс. Ну, снабжение. Ветхий сундук. Давай, наверное, посмотрим, что здесь. Так, 42 золотых. Шаман, да, друзья мои, кстати, у нас появился новый юнит. Шаман. Давай-ка здесь заберем с тобой ветхий хлам. Сундук с добычей. Ну-ка, открываем. По-моему, кстати, я с сундука с добычей как раз и вытащил шамана. Оу. Еще новый юнит, друзья мои. Кто это? Алхимик. Уже интересненько. Алхимик. Что может делать у нас алхимик? Давай посмотрим. Шаман. Он, если не ошибаюсь, ребята, замедляет. Накладывает на врага такие эффекты, как слабость и отравление. Так, мы ему прокачаем сейчас уровень. Кстати, посмотри. Сейчас, секундочку, что это такое? Ядовитый мешочек. Каждые 10 бросает ядовитый мешочек и отравляет цель и окружающих ее врагов, нанося урон в размере 30% от атаки в течение 5 ходов. Ты посмотри его радиус захвата. У шамана. Не кислый. А вот у нас новый юнит. Смешивает странные вещества науки ради. Даже им самим неизвестно, чем обернется очередной эксперимент. Бросает приворотное зелье во врагов в пределах 3 клеток каждые 16 ходов. Цели, у которых осталось 19% ОЗ или менее, будут очарованы. Ну, такой себе, ребята, юнит. Как бы тебе объяснить? На приворот, скажем так. Ну, чтобы попроще было понятно, работает на приворот. Так, достижение опять. Взяли мы с тобой гемы, 48 штук у нас. А могу я прокачать? Ага, замок уровня 3-го. А, подожди, мы еще вот здесь вот не построили. Место, где оказывают помощь раненым бойцам. Восстанавливают УЗ блоков после волны 5%. А у нас что, еще и блоки после драки ХП теряют? Я не знал. Я этого не знал. Так. Что ты мне тут показываешь? Давай, наверное, замок. А, нам нужно пройти Рыцари Ветра 6. Для того, чтобы можно было прокачать замок. Ну что, я думаю, пора нам, наверное, выдвигаться. Так, воевода еще пока нету. Опять без воеводы мы деремся, друзья. В бой. Значит так. У нас все взято. Погнали. Враги, я смотрю, тут мечники, да, и лучники. Улучшить монастырь, чтобы что там заметно что-то сделать. Ну, давай, наверное, вот так вот сделаем. По бокам лучники. И бард. Ну, я готов.
начать. Что тут у нас? Ну, против нас идут лучники обычные. Ладно, фиг с ним. Почти дошел. Да сюда тебе передвину. 12 серебряников стоит шаман. Ну, проверим, надо. Так, подожди, ты иди сюда. Надо шамана проверить. А, так я его не могу сдвинуть, он на одной точке, ребята, только может быть. Так, открываем территорию. Опа. Понял, загадочный амулет. Ну что, объединяем. И шамана, наверное. Так, поехали. Сколько? Здесь 7 волн, вы серьезно? 7 волн. Так, здесь-то успели. Давай-ка лучников, наверное, с тобой поставим. И барда. Бард вообще у меня не там, где нужно стоит, на самом деле. А чего не хватает-то? Места не хватает, вот чего. Так, шаман, давай-ка тоже объедини. А, не могу, я пока ничего соединить. Так, серебряники забираем, следующее. У вас остались документы, какие документы на земле? Да чем они вообще там говорят? Наверное, можно... Это что такое у нас? Не знаю, ребят, давайте ускоримся, наверное. Блин, у меня... Блин, нет возможности, ребята. Надо территорию открывать. Да что ты с своими документами? Ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Смотри, что происходит уже. Друзья мои, сложновато здесь будет. Так, этих уничтожаем. Блин, шаман, ты уже сейчас отдуплишься скоро такими темпами. Ага, открываем здесь территорию. Скажи мне, нафиг я взял мечника? Зачем мне нужен мечник? Так, вот здесь только вот объединяем. Так, лучник, иди сюда. Так, где там у нас? Вот он. Шаман. Сюда. Вот так вот сделаем. Так, и барда тоже скрещиваем. Сколько у нас там? 158 серебра. Ну, слушай, ну неплохо. Лучник у нас пускай вот здесь вот с краю постоит. Раз. Два. Так. Бард. Подожди, вот этих надо объединить и сюда. Все. Ну и шаманов можно еще немножко, да, скрестить. Все, друзья, поехали. Пятая волна. Я позволю себе активировать скорость двойную. Я думаю, что не будет это лишним. Пока вроде стоим, держимся. Лучники у меня, ребят, тут хандрят. Че это тут у нас? Левел 1. А, так, вам явилась богиня войны. Получить ее бл... не надо. Не надо мне ее благословение. Богиня войны появилась. Я хотел лучников. Блин, вот так тогда придется сделать. И вот так. Так, опять таинственный амулет. Слушай, зачем? Нам, наверное, надо лучников взять. Все, погнали. Тут осталось всего две волны. Уж думаю, как-нибудь справимся, да? Окей. Все пока хорошо. Ну, зачистили. Давай следующую сразу же. А, открываем территорию. Поехали. Тут будет босс, не забываем об этом. Warning. Ну.
10 уровня? Да идите вы. Ушатывайте, ушатывайте этого хламона. Полетел к ядрене фене. Все, друзья мои, одолели мы его, короче. Почему только 2 звездочки дали, а? Почему не 3? Вроде никто у меня не погиб. Или что, это то, что повредил? А, используйте 500 или больше серебряников. Ничего себе. 500 или больше. Я столько не заработал, по-моему, за всю игру, чтобы столько использовать. Так, ну что, рыцари ветра, 4 уровень, как ты видишь. Поехали. Ага. Так, все? Все, на что мне хватило? Давай единичку поставим с тобой. Эй, погоди, погоди, погоди. Блин, а тут-то пройдет. Ух. Вот это да, вот это лопухнулся я, друзья. Давай, 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 давай. Есть. Так, стоп. Блин, иди ко мне. Опа. Во время раскопок вы обнаруживаете мешочек полный серебряников. 50. Спасибо, хоть на этом. Хоть на этом спасибо. Так, нам нужен еще один, наверное. Вот так вот поменяем. А, местами, поехали. Вторая волна, их тут 5. Ой-ой-ой. Так, здесь, ага, разрулили. Так, этот лучник пока живет. Видишь, они с боков хотят взять нас, но у них ничего не получается. Так, открываем земли. Еще монеты. Так, еще 50 серебра. Лучника надо скрестить. Плюс шаман. Также еще один мечник. И вот сюда кого поставить? У нас нет барда. Пускай бард еще будет. Вот так вот. Поехали. 3-я волна. Всего их 5 здесь. Так, серебро. Не, ну шаман как-то не особо хорошо тут бомбит. Давай будем честны. Бросает свою вот эту штуку. Это же он, да? Бросает такую. Да, это он. Но здесь выиграли. Так. Откроем здесь. Блин, а мне в любом случае здесь не хватит, да? Угу. Нужна еще одна клетка для того, чтобы... Так, тихо, тихо, тихо. 3-го уровня. Да, тут проблема, блин. Серебро давай. Мне бы какое-нибудь заклинание бы. Вот это было бы хорошо. Прошли, давай ячейку мне. Так, артефакт. Объединяем. Здесь объединяем, раз, два. Сюда, сюда. Так, выполните слияние блоков. Выполнили. Сейчас, 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 сейчас что-нибудь еще придумаем. Сюда. Плюс сделаем с тобой шаманов. Ну, естественно, бардов тогда. Лучников. Они тоже заслужили быть прокачанными. Используйте 300 или более серебряников. Так, шаман. Давай-ка. Смотри, какой становится сразу шаманчик у нас. Так, 3 свободных клетки. Только если для барда. Хватит его прокачать и все. Так, и, конечно же, вот тут мы прикроемся, потому что я не хочу, чтобы с боков тут какой-нибудь халдей зашел. Ну что, погнали. Финальная волна, 5-я. Ну ладно, допустим. Нет, слабо он, конечно, бомбит. Шаман.
Хотя отравление должен вешать. Так. Ага. Да разорвали. Фу. Даже не вспотели, ребят. На 3 звезды. Вот это я понимаю. Слушай, ну смотри, мы же с тобой зарабатываем медали. Да? Так почему я не могу открыть себе воеводу? А, работайте как следует, говорит Яго. Вы ведь в курсе, кто вам платит? Нам бы чуть больше времени и снаряжения. Получше оправдания не придумали? Покончите с этими ничтожествами. Есть. Покончить они хотят с нами, да? Ну давай, давай, давай. Посмотрим, кто тут с кем покончит. Давай так вот начнем. 6 волн здесь. Ага, им, ну да, им придется обходить эти камни, естественно. А, лучники. Трындец, ребята. Сюда тогда придется перебираться. Так, соединяем. Надо хотя бы лучников взять. Давай откроем здесь, наверное, территорию. Что будет, если я вот так вот прикроюсь, чтобы они просто не смогли нас обойти, ребят. С боков, да? Просто вот здесь вот будем стоять. Есть. Так, лучник паршивый я. Вот смотри, стоит там. Шаман, ну-ка давай иди сюда. Колдуй там. Здесь объединим. Замечательно. Так, у нас с тобой 30 монет. Прокачиваем лучника и открываем территорию. Вот эту вот. Я, наверное, зря так сделал. Блин, я, наверное, зря так сделал. Хорошо, пускай Барт будет здесь. Вот так вот. Поехали. 3-я волна, их всего 6. А насколько он повышает атаку? Ага, плюс 38, да, дает? Ну, это, кстати, хорошо, что идет усиление атаки. А если объединим, 57. Слушай, так если мы барда с тобой 85. Нифига он прибавки там дает к атакам, ребята. Я даже не думал, что настолько много. Так, теперь лучник. Блин, лучник только один получился. Ну, конечно, монет не хватило. Что это за элитные спецвойска тут еще ползут? Ну, пока вроде бы все хорошо. Лучника надо объединить. Еще 2. Что ты делаешь-то, Рэй? Ёк-макарёк. Так вот. Угу. Так, шаман. Соединяйся. Раз, два. Подожди. Так, заберем серебро. Подожди, подожди, подожди. Не надо пока мне тут ничего улучшать. Соберем с тобой мечников. Вот здесь объединим. Во. Тут уже хорошо. Здесь соединим. Здесь. 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 Так, объединяем. Как-то так. Погнали. Угу. Подожди, большая волна написали. Неплохо этот чувачок наяривает. Блин, правда, лучников моих тут, по-моему. А если я вот так вот соединю их? Соединю и выставлю еще. Так, мечники, да? Скрещиваем. Так, лучники. Подожди, а если я бардов соединю вот здесь? Здесь. Так, используйте 500 монет, я использовал. Шаманы. Все, больше не хватает, да?
Ладно, пускай будет так. Последняя, ребята, волна, походу, дела сейчас будет. Финальная. Готовимся. Бегут охламоны. Пока все хорошо. Соединяем, соединяем, соединяем. Блин, лучник, ребята, в беде. Лучник. Да пауза-то есть? Тут нет никакой паузы, походу дела, да? А, лучника уже подбили. И? Все. Это пройден. Фига он там издалека постоял, побомбил. Хм, кто-то умеет выполнять слияние. Посмотрим. Даже если мне не победить его, я заберу с собой. На помощь. Стратегическое отступление. О, нет. Этот негодяй похитил нашего священника. В погоню. Понял, что это жучара сделал. Ребят, он похитил нашего священника. Улучшайте базу снабжения, чтобы получать больше серебряников за волну. Так, рыцари ветра 6 уровня, да? Сдавайтесь, и сможете стать моими слугами. Отпусти нашего человека. Ха-ха, одолейте моего верного помощника, тогда подумаю. Смотрите, милорд. Похоже, он невероятно силен. Должно быть, это и есть его верный помощник. Уверен, вы с ним справитесь, милорд. Так, интересно, что там за чепушило такой. Какой-то хламун с двумя, ребята, арбалетами. Супер-пупер-лучник, да? Ладно, здесь разберемся. Так, куда ты скачешь? Так, ну здесь должны победить. Так, нам бы не помешал, если честно, Барт. Да, с двух сторон зажали. Шаман тоже, кстати, не помешает. Ну, естественно, лучник. Без него-то куда мы? Открыть территорию. Опачки. Амулетик. Погнали дальше. Ну. Ага, он еще и объединяется. Сюда. Блин, серебряники закончились. Да фиг ты мне с одного этого мечника. Толку никакого нету. Нет, говорит, пустых клеток. Ну вот, теперь-то есть. Так, сколько мы получили? 50 серебра. Так, здесь объединим. Раз, два. Здесь соединяем. Барт. Соединяем. Шамана. Соединяем. Так, лучник. Тоже соединяем. Подожди, а этот-то шаман с какого перепуга у нас? Ладно, допустим, поехали. Третья волна. Угу, минус. Хорошо идет. Замечательно, так, второго уровня у него, да, войска пошли. Можно, можно, кстати, шаманов улучшить. Так, хорошо. 94 монеты. Кого можно улучшить, ребята? Пока никого. Волну прошли, и делаем с тобой вот так. Смотрим. Раз, два, три. Сюда. Раз, два, три. Сюда. Теперь лучников. Жалко, у нас нету автоматического, ребят, слияния. Оу, щет.
Давай тогда его сюда прикроем. Автоматического слияния, да, чтобы нажал, и они все сами скрещивались. Опа, четвертый уровень. Третий. А почему их трое здесь? Тих, вылетели пробкой просто. Блин, лучник у меня страдает. Бедолага. А шаман бомбит очень далеко. Ну да, радиус у него приличный. Эти только он. Так, четвертый. Это... Нет, это не главный. Давай здесь откроем. Так, кого я хотел скрестить? Лучников. Я хотел скрестить лучников. Сюда. Так, здесь объединяем. Третьего. Перебор, да? Блин, перебор. Тогда сюда встанешь. Поехали. Большая волна. Написали, что сейчас будет очень большая волна. Не понял, почему это вы... Вот. Поставим с тобой лучника 5 уровня, пускай здесь стоит. Так, у нас вот тут еще два лучника. Никудышных стоят. Как говорится, не два, не полтора, да? И бард. Мы видели, что бард делает, насколько он хорошо повышает моих юнитов, поэтому я думаю, он нам пригодится. Плюс побольше защитников надо взять. Так, что у нас тут? Открытие территории. Давай вот здесь откроем. Объединяем. 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 Так, три. Сюда, наверное, поставим. Предпоследняя волна, кстати, двигается. Третьего уровня они. Ну, пока все нормально. Будем держать тут под контролем. Я не знаю, сейчас пойдет еще супер боец. Посмотрим, что он из себя представляет. Пока все хорошо. Не то, не то, не то сделал. Так, лучники. Посмотрим. Вот так. Здесь соединяем. Здесь соединяем. Прокачиваем. Ну что, последняя волна, ребята, у нас тут сейчас будет. Денег мало, ни на что не хватит. Поехали. Последняя финальная волна. Угу. Так, пока выносим вроде бы. У них третья волна. Ой, третья, третий уровень. Так, опасность. Скорость поменьше делаем. Вот он. Блин, наверное, тут лучники лучше. Ох, ё, 10 уровня. Ты чё, серьезно, что ли? Ну, травим, травим его. 141 к атаке, нифига ты. По-моему, ему крышка, друзья. Есть. Сдули. Две звездочки жалко. Ну, сдаемся, мы сдаемся. Ну, молю, пощади нас, мы больше так не будем. О, вы одолели рыцари ветра. Вперед, за ним. Ну что, друзья мои, мы победили. Нет, три звезды. Используйте блоки ближнего боя для защиты остальных блоков. Это как понимать? Отличная новость. Испытание. Ох, ё-моё. Здесь вы можете ознакомиться с важными событиями дня.
поиск сокровищ, охрана торговых путей. Все это важные задания, которые необходимо выполнять. События сменяются каждый день, и за их прохождение вы получаете награды, которые помогут вам в восстановлении королевства. Для участия в событиях нужны жетоны испытаний. 5 штук у меня, да? Однако, экономить жетоны испытаний не стоит, они постепенно восстанавливаются сами. Что скажете, хотите поучаствовать? Так, смотри, у нас закопанный сундук, испытание волк, проверка командиров, шахта катящихся валунов, охрана торгового пути. Ну давай попробуем вот этот вот волк. В ваших краях объявилась стая волков. Уничтожьте их, пока они не разорили королевство. Хм. А, уровень сложности. Понял. Дальше не могу пройти, потому что, ребята, ну... Ага, 25 монет, 25 жетонов. Ну, попробуем. Я, наверное, перебор сделал, ребята. По-моему. Так, волк, одолите всех волков. Ё-моё, я что, никому не взял, кроме мечников? Ой, баран. Это волки такие? Это больше похоже на медвежат каких-то. Слушай, нам надо вот так вот делать. Как будто я не понял, что они хотят через низ взять. Ага. Объединяемся, объединяемся. Так, давай. А, победа. Так это же легкотня, друзья. А, это был только первый уровень. И что? Как завершить? Был только первый уровень. И, короче, гемы, которые я, видимо, слил, это я в награду, ребята. О, вы заработали немного медалей. Давайте-ка я вам покажу вам, как использовать медали. Ну, неужели? Вот, вот об этом я и говорил. Та-дам! Здесь вы можете управлять своими воеводами. Вот и воевода Генрих. Может, откроете его окно обзора? Я как раз и хотел, друзья мои. Медали необходимы для повышения уровня воевод. При повышении уровня воеводы характеристики блоков под его командованием улучшаются. Также возрастает запас ОЗ воеводы, позволяя выдержать больше вражеских атак. На уровнях 11, 21, 31 и 41 воеводы повышаются в звании, что улучшает их навыки и меняет внешний вид. Продолжайте зарабатывать медали и развивать воевод. Вы прекрасно справляетесь. Сильный воевода – ключ к победе. И помните, вы можете получать медали, завершая задания и испытания. Выполняйте их как можно чаще. Я всегда буду вас поддерживать. Удачи, милорд. Так, нам доступен только первый воевода. Ага, тут, ух ты. Тут воеводы разных специализаций. Пушкари, лед, феи какие-то. А, еще и ждите обновлений, понял. То есть первый, который нам доступен. А, 600 гемов, ё-моё. Это чтобы взять Бернарда. 600 гемов. В данный момент он с какой-то палкой стоит. Ну что, давай обзор сделаем. Улучшить. У нас есть? У нас хватает финансов. Так, а сколько я могу? А в снаряжение? Ага, список снаряжения отсутствует. Что у нас хотя бы повышается-то? Я не... А, вот ОЗ, атака. Все, я понял. И сколько? Сейчас, по-моему, я все потрачу здесь. А, все, ребята, медальки закончились. Ну что, воевода у нас 7 уровня. На 10% повышает шанс найти артефакт при расширении территории. Окей. Ох, ваши ячейки добычи заполнены. Ничего страшного, сир. Есть один способ получить больше добычи. Продолжайте зарабатывать очки, и вы сможете добавлять звезды к своим сундукам. Звезды даются случайным сундукам в очереди, и с каждым из них количество добычи увеличивается на 20%. Но как только вы соберете максимум звезд, накапливать очки добычи больше не получится. В таком случае вы можете отдохнуть от трудов и поручить доставку сундуков вашим извозчикам. В любом случае, вы очень усердно трудились, раз места под сундуки не осталось. Это впечатляет. Продолжайте в том же духе, ваше величество.
Ух, ё, сколько... Подожди-ка. Привезти. Так, отправился, да? Блин, а как извозчиков-то мне увеличить? Ё-моё, я же помню, что можно было два делать. Так, это мне, наверное, надо идти сюда. Извозчик, по-моему, вот здесь вот, да? Так, замок, понятно. Блин, слушай, а мы же победили. Точно, мы же победили с тобой. Трындец какой-то. Теперь денег не хватает. Теперь у нас не хватает финансов. Испытание. Закопанный сундук. Получить уведомление при максимуме жетонов испытаний. Да. Есть гемы? Блин, через 55 минут. В общем, ребята, я лопухнулся, когда изначально скинул все свои вот эти вот гемчики на первый поединок с волками. Ну, я же не знал, что так все получится. И никто денег мне не хочет. А, подожди-ка, может быть, вот здесь вот что-нибудь заработали мы с тобой. Так, подожди, задание. Создайте блоки. Используйте навыки воевода 20 раз. Тут только гемы дают. Еще золото будет какое, слитки какие-то. Так подожди, ну тут ведь отмечено что-то. Создайте блоки. Но мы же с тобой можем пойти и на основную сюжетку. Нам ничего не мешает. Хотя подожди-ка, что это такое? Ввести код приглашения. Вот это тоже не понимаю, что это такое, ребят. Какой код, где его взять? Код приглашенного. 5 гемов, это за рекламку. Фиг с ним, пошли в бой. Такс. А что это у нас? Ага. Часть третья. Поселение варваров. И, блин, как-то некрасиво смотрится, да? Так, это пройден, битва. Блоки магии обладают интересными способностями. Поселение варваров 1. Варвар злой. Варвар тебя победить. Эти воины очень агрессивны. Предлагаю остудить их пыл. Кстати, я с тобой полностью согласен. А мы этого-то вернули себе? У нас же похитили. Как его звать-то? Ух ты, это кто такой? Дальний бой, это лучники местного разлива. Так, а это варвары сами. Что у них там есть? Восстанавливают УЗ каждые 15 ходов. Губежки закати обратно. Не пройдешь. Лучника поставим сюда. Бард, естественно, на усиление. Так, тут 5 волн всего лишь-то. Отлично. Так, пройдено. О, мимо проезжает торговец. Торговцы продают припасы, которые пригодятся в бою. Не хотите с ним побеседовать? Так у меня голды, по-моему, нету. Торговец Так, барбекю, наковальня, хрустальный шар. Используется для ковки оружия и увеличения силы атаки солдат. Атака блоков ближнего боя на 25% больше. ОЗ дружественных блоков 15%. Базовые атаки блоков магии крадут жизнь 20% от урона. Круто, но у меня, опять же говорю, нету финансов. Так что прости, торгаш. Так, мы продолжаем наше супер-пупер усиление. Так, 30 монет еще есть, да? И 39. Так, вторая волна. Ну, эти поганцы нам пока ничего не сделают. Они довольно легкие, первого уровня. Что они тут сделают? Слушай, лучник неплохо бомбит. У него радиус довольно приличный. Так, ну что, вот так вот, наверное, прикроемся с тобой. Шамана, ну конечно же, шамана не хватает мне. С его супер-пупер бочкой. Никак не выйдет. Так, давай блок открываем. Опять торгаш? Не надо. Без торгаша обойдемся. Пока.
В дальнейшем, возможно, не сможем входиться, но сейчас обойдемся. Поехали. Третья волна. Угу, ползут. Так, давай-ка барда, наверное, тоже улучшим нашего еще. Четенько. Еще хочу улучшить. Сюда, сюда и вот так. 133 к атаке. Ну, неплохо бард прибавку дает, ребят, к силе. Очень неплохо. Опа, опа. Третий уровень, прикинь. Совсем нюх потеряли. Так, мы с тобой, наверное, сделаем вот таким вот образом. Торгаш прилетел на крыльях счастья. Ай, финансы закончились. Погнали. А это кто такой? Это стрелок, ребята, какой-то их не местный. Или просто прокачанный был. Да, скорее всего, он просто был прокачан до 4 уровня. Естественно, он был немножко изменен внешне. Так, шаманы. Опа. Сюда. Сюда. Ага, не тут-то было. Документ на земле. Ну, это понятно, что документ на земле. Стоп, я не понял, что это у меня это первого уровня-то. Так, финансы. 50 серебра. Здесь объединим. Твое налево, все. Финансов больше нет, ребята. Вот так. Нормуль, да? Последняя волна, финальная. А, так у него еще и массового поражения от бомбежка-то, вот, который он выпускает. У шамана, я имею в виду. Так это ж хорошо. Так, ну-ка. Да, ну. Ничего нам не сделают, ребят. Варвары это. Так, пушечное мясо, назовем его. Есть. Но, по-моему, не на 3 звезды. Что там? Командование. Нет, 3 звездочки, ребята. 3 звездочки. Так, я надеюсь, сейчас мне хватит финансов для того, чтобы улучшить мой замок до 3 уровня. Кажется, здесь священника нет. Надеюсь, он в порядке. Похоже, враги впереди нас заметили. Приготовьтесь к битве. А подожди, а если я не хочу? Давай выйдем. А, вот как. Если мы выходим, мы с тобой не получаем награды. А что это получается, 2 волны, что ли? Странно, ладно, хорошо. Давай вот так, наверное, сделаем. Начать. Ускоримся. Ну, тут. Да чтоб тебе, давай так, наверное, сделаем. Все. Ой, а это еще. Кто это у нас? Обездоленный фермер. Кто ж тебя обездолил-то, фермер? А, он за нас стоит теперь? Он будет за нас драться теперь. Так, нет, ему надо быть вот здесь вот, позади. Поехали. Он нам, по-моему, что-то какую-то прибавку будет давать, насколько я помню. Так, это что-то за новые бойцы какие-то, да? Наймит. Каждые 15 ходов бросается на врага сети, оглушая их на 3 хода. Ничего себе. Да, он дает нам дополнительные монетки. И зачем? Зачем мне он нужен здесь? Так, на земле. Так, подожди, я же хотел соединить. Раз, два. Раз, два.
третьего уровня. Так, получается, нам нужно еще с тобой вот так вот сделать. Соединить здесь. А, и лучник. Лучников соединяем здесь. Получается еще шаманчик как раз. Все. Нормуль, погнали. Не-не-не-не-не-не-не, крестьянина не надо трогать. Слушай, воевода, что ты можешь делать? Так, следующий уровень выключен, выключен. У него ничего пока нету, ребят. Кроме как давать нам деньги и все. Да мы справляемся. Блин, ну тут 7 волн. Что-нибудь нам нужно прокачать? Раз, два, три. Три точки. А мы ничего не сможем. Погнали дальше. Угу. В Дрибаданище. Так, этого тоже. Ближники вообще изи разбираются. Они даже не успевают до нас добраться. Это лучник, по-моему, был. Ток отлетает. Как орешки. Так, финансы. Ну что, здесь, наверное, мы... Сейчас. Почему мне не дают двойную прокачку, ребят? Я хочу двойную прокачку. Ну, то есть, чтобы у нас не первого уровня сразу были, а какого-то третьего. Второго, да, они, по идее, получается, сразу же. Так, Барт. Барт и шаман. Раз, два. Три. Блин, перебор с шаманами-то. Зачем столько много-то мне? Ну, давай вот так вот сделаем. Фиг с ним. Так, пятая большая волна написали. Окей. Так, лучники-то у меня страдают, бедолаги. Все, прошли, да? Раз, два, три, блин, на землю. Опять? Ну, я не знаю, ребята, тут тоже куда мне его, блин, куда вот мне тебя поставить? Сюда и столько. Жесть. Ну а что сделать? Вот приходится так вот. Будут мне давать. Сколько он там дает? 16 монет. А, мы же, наверное, можем их соединить, да? Ну-ка. Точно. И тогда он будет давать 20 монет. Так было 2 по 16, так 1 по 20. Территория какая-то маленькая у нас тут. Соединяем. Соединяем. Так, так. Шаманов тоже, наверное, надо качнуть. 4, 4, 5. Лучник. Так, давай вот сюда. Хоп. Да-да-да. Нам понадобятся вот эти вот ребята. Иди сюда. Вот так. И давай еще, наверное, лучников возьмем, сделаем. Ну, финансы пока позволяют. Сюда. Все. Закончились. Так, финальная волна. Вау-вау-вау-вау-вау. Первые лучники погиб. Да хорош. Последний, наверное, да? Фью. Так, что там даем солдат? Блин, не успеваю прочитать. Смотри, как кто нам доступен, друзья. Теперь нам доступны варвары. Только зачем они нам? Да, блин, ты серьезно, что ли? Я хочу выйти. Да, выйти. Я уже насобирал, наверное, достаточно финансов, чтобы улучшить замок до третьего уровня. Вот так вот.
Ах, он еще будет. А вот так вот мы сделаем с тобой, да и все. Один гем можно потратить. Ну вот, совсем другое дело. Третьего уровня, ребята, замок. И теперь я хочу проверить. Улучшение стоит 100 гемов? Ты серьезно? Я вообще-то думал, что здесь все за монеты улучшается. Обзор. Варвары. Это у нас такие же воины. Стойкий варвар, обладающий способностью к самовосстановлению. Ага. То есть у него есть возможность восстановить себе самому здоровье без моей помощи. Вот оно как. Так, выполнено. Коснись, чтобы получить награду. Угу. Через 12 часов будут следующие задания. А что это такое? Сундук с добычей. Со славной добычей и с богатой добычей. Вот так. Угу. Очки на воеводу, да? Улучшить. Улучшить. Последний, да? Ать, ать, не хватило. А здесь, а, можно еще улучшить его. Ну давай. Третьего уровня. Слушай, а мои самовосстановления? То есть восстанавливает 10% ОЗ каждые 15 ходов. Или каждые 15 движений. А у этого сколько у нас обзор? А, он 5 уровня. ОЗ 660, атака 54. 660, 54. А здесь? Это на третьем уровне. Но я думаю, что он, наверное, будет такой же, как и вот этот наш мечник. Только у нашего мечника что там? А, увеличивает максимальное ОЗ рыцарь на 35%. А тот самоустановление, фиг его знает. Тут, ребят, надо думать, что нам нужно, а что не нужно. Ну что, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!